Всем привет! Смотрите, какая у нас погода. Опять поднялся ветер. Небо заволокло тучами. И холодно. В такой дождливый, холодный, ветреный день хочется чего-нибудь горячего. Я буду готовить суп. Супчик очень легкий, быстрый, овощной, с добавлением вот таких макаронных изделий. У меня всегда в холодильнике есть что-то на всякий случай. В этот раз это тортеллони, вот такие мелкие макарошки с сыром и с томатом. Не знаю, хорошо вам видно или нет. Вот, я уже готовила салат из таких изделий. Рецепт есть у меня на канале, посмотрите, кому интересно. Сегодня с этими тортеллони мы будем готовить овощной суп. Готовить я буду вот в такой кастрюльке. Из овощей я возьму лик, можете взять обыкновенную луковицу, пару морковок, пару стеблей сельдерея, половиночку болгарского перца, это вот хвостик верхней сельдерея с листиками, и возьму одну картофелину, которую я мелко порежу. Кроме этого, конечно, соль, перец и зелень. Я взяла петрушку, и смотрите, какой большой у меня вырос укроп в теплице. Я его мелко порежу в суп, и вот эти веточки я тоже порежу. Частенько я их отрезаю, перемалываю в блендере и замораживаю в форме для льда. Потом эту формочку можно просто бросить в суп, и у вас будет свежая зелень. Но в этот раз вот эти стебельки я выброшу, потому что внутри они полые, уже переросли, а все остальное пойдет в суп. Забыла нож. Лик я порежу и обжарю на топленом масле. Вы уже все знаете, что я готовлю на топленом масле. Кто тут стоит? Что такое? Так, вот этот твердый кусочек, я его выброшу. Аби, что ты хочешь? Какая попрошайка. Все овощи я нарежу и слегка обжарю. Масло заканчивается, скоро будем топить масло. Морковку порежу кубиками. Картошку я специально порезала помельче, для того, чтобы загустить суп. Когда она разварится, суп будет погуще. Так, порежу стебельки. Музычка прибежала. Вот и все, почти все готово. Зелень и тортеллони я положу чуть попозже, когда все остальные овощи сварятся. Всегда немножко зелени оставлю для украшения. Тут у меня остатки зелени. Я, кстати, тоже сюда отправлю. Пусть варится. Супчик посолим. Потом лучше досолю. Поперчу. И добавлю чуть-чуть острого перчика чили. Лаврушечку не забудьте. Вот и все. Итак, тортеллони варятся 5 минут. Я чуть-чуть прибавила огонь и теперь опущу их в кипящий суп. Вот и все. Не забудьте проверить на соль и на перец. Досолите, доперчите. Я положу зелень. Чуть-чуть оставила для украшения. Остальное положу в суп.
Сметанку хочешь? Со сметаной знаешь, как вкусно? Ну что, вкусно? Выбери правильный ответ. Не попробовал. Ну когда ты попробуешь, уже полторынки съел.